Kolega Czernowa o tym. На самом деле мы не звучим так, как нам бы хотелось на радиостанции, группа не звучит. Ну, так сложились обстоятельства. Потому что все-таки у группы должно звучать хотя бы 5 песен. Хотя бы 5 песен. Вот у нас есть эта команда. «Тайный знак» вообще не звучит нигде. «Слезы дьявола». У нас есть знаковые песни, которые нравятся слушателям. И они уже живут уже 20 лет. Мы их исполняем. Если бы они были плохие, мы бы их не играли. Это естественно. Но у нас вот как-то вот нам не удается находиться в средствах массовой информации постоянно. А группа все-таки должна присутствовать. Должны там интервью. Ну хотя бы, чтобы в эфире звучали песни.